Привет, политех! Простота – высшая степень искусства, а что может быть проще движений человека? Именно пантомимой занимался великий актер Марсель Марсо, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. В честь этого события в Эрниту открылась выставка, посвященная актеру Миму. При входе в зал вас встречают белые мимы. На торжественном открытии с приветственным словом выступил ректор Эрниту Михаил Корняков, отметив важность таких выставок для каждого человека. Продюсером выставки стал режиссер и сценарист Валерий Шевченко, который по онлайн-связи поздравил всех с праздником и наградил организатора вернисажа Елену Орлову. Выставка «Марсель Марсо. Поэт тишины» – единственная в России коллекция фотографий жизни и творчества мима, включающая около 200 иллюстраций. Актер при жизни был послом доброй воли, а также учителем для таких известных личностей, как Майкл Джексон и Дэвид Боуи. Во-первых, он потрясающий актер, потрясающий педагог, который научил практически движенческую школу всего европейского театра. Он обучил большое количество знаменитейших актеров современности. Но вот за этими актерами мало кто знает, кто стоит. И вот Марсель Марсо – это тот человек, который стоит за великими людьми, которых мы считаем великими. Посетить выставку и вдохновиться творчеством великого мима Марселя Марсо можно до 28 марта. Галерея находится в Белом зале Иркутского политеха.